Орск приехали, что, на голую кочку. Вот где мы сейчас живем, вот эти огороды, вот это вот один, два, три, вот пять домов. Вот что дорога, вот сейчас дорога есть, вот такое и мы... все было подсыпано. И тут вот трава не росла. Мы приехали, начали строить, начали озеленять, и вот неплохо озеленили. И даже вот эти все соседи, которые многие начали тоже деревья сажать, а то не было. Вот таким образом. И вот смотрите, вон березку какую мы вырастили. Вот еще растет одна, вон там еще растет.